зовут Нурсина. Моему сыночку зовут Айдар. Ему 5,5 лет. У нас диагноз аутизм. Мы с Давидом проводим сеанс уже 2 года. Благодаря Давиду у нас много чего изменилось. Он начал у нас понимать. Он почти сейчас все просьбы выполняет. Он начал говорить «дай». Если что-то хочет, говорит «дай». Это у нас первое слово. Вот. Он начал с детьми играть. Он начал на свое имя реагировать. Он более поспокойнее стал. На улицу выходим без истерики. Он уже сам одевается. Вот. Самостоятельнее уже. Я очень благодарна вам, Давид. Мы очень ценим вашу заботу и внимание. Большое спасибо, Давид.